Всем привет, уважаемые ценители видеоигр. С вами опять трио Рыжик, Любопытный и Ичи, играющие в Dead Island. Всем привет. Ичи. Не скажу привет. О, он сегодня суровый. Бяка, он всегда суровый. Надулся. Смотри, так, нас... не лопни. Что там за падение черного ястреба? Давайте. Нормально, да, друзья? Сами придумали, сами пошутили. Сами посмеялись. Ты что, пешком пойдешь? А мы что, не вот на этой вот сейчас. Фургончике? Нет? Пока нет. Ну пешком давай, веди тогда. А что я просто... сразу? А что нет-то? Ну ладно, я поеду. А вы как хотите, вы бойтесь. Ой, я пошутил, я выйду из машины. Вали. Он поедет. Так а ты что, пойдешь почти 500 метров пешком? Он думает, так безопаснее. Давай, поехали уже. Безопасней. Конечно, безопаснее, чем с тобой ехать. Увидишь зеленую машину, сворачивай. Зеленую? Три зеленых свистка. Блин. Ну там, короче, свернуть надо будет. Ребята, вы вообще из игры из прошлой записи выходили, не? Это, мне кажется, нет. Вас прет до сих пор. Да и бензин такой, понимаешь, он, видимо, не просроченный был, поэтому нам повезло. Во, видишь, ворота направо. А почему он налево показывает? Есть контакт. Зачем налево-то? А ну посмотри на этот. Там пешком надо будет идти налево. Ты сейчас на маяк приедешь. Да? Да. Разворачивайся. Ну ладно. Ой. Ой. Так, вот чур машину отмывать сами будете. Ичи будет мыть. Вот эти ворота ты имеешь? По прямой, да. Сейчас договоритесь, я вами тогда мыть буду. Не, мной не надо. У меня юбка короткая. По-моему, его это только больше заинтересовало. Блин, а. Ой. Да, больше информации. Ой, жесть. Блин, у меня телефон. Все, стой. Господи, когда ж ты приедешь уже куда-нибудь? Мы уже, по-моему, приехали. Что-то я труп колбашу. Куда Извините. Вы? Куда вы? Мой вот. Что вы делаете? Кошмар какой. Да, зомби. А, ты уже выпрыгнула, катапультировалась. Да. Катапультирован. Во, тут еще идут. Че идут? Ну пусть идут нафиг. Земля. Ой. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Опа. Как уштырило, да? Слушай, я увижу, да. Нифига себе. Прикол. Успокойся, бро, ты че? А вот эти живые? А, ну да. Какие? Они все мертвые. Лежать. Стоять бояться. Ой, я что-то стырил. Биту. Дубину-то отдай. Забирай на 19 левела. Че так, где? Да там куда-то кинула. Полицейская дубинка. Опасная полицейская дубинка. Ну что, идем что ли? Блин, меня куснули скоты. Скоты. О, как удивили. Ой, ни хрена ты ему. Ой, а че я-то получаю? Ай, полку дали. Ни хрена ты. А прессовка прошла успешно. Денежки. О, бар, кабак. Да, все, давай бухнем. Все в кабак. Ща. Опа. Там что-то еще есть. Мы как, пойдем сразу на черный ястреб или сначала к Светке сходим? Ну, давай сначала сходим. Я уже раньше говорил, нафига нам еще одна Светка? Ну, та Светка алкашка. Алкашка? То есть я Светка золотая ручка, а та алкашка. Компашка четкая прямо. То есть ты воруешь, а она пропивает, да? Ну да. Горилась, нам пора от них избавляться.
Зачем? Светке плодятся. Она, ну это хотя бы с нами делится. Так что подожди. Да я в него кину гадость какую-нибудь. Кидай. Ой, где я? Кто я? Отойди, что ли? Отошла. Ой, нифига их тут собралось, смотри. Ой, ну, мне что-то прилетело. Что-то мне прилетело. Кидай под ноги ему, под ноги. Отлично. Все, хоры-хоры. Нифига вы там пожарище устроили. Я, пожалуй, искупаюсь. Ой-ой. Так, у меня дыхалка кончается. Эх, блин. Ну, вы там... Ой, я что-то не туда пошла, по-моему. Давай на счет три. Он замахнется сейчас. О, пошли. Деньги. Ой, с него не забудь пока собрать. Два раза бьет. Двоих, ну, обломал, падла. Ну, козлина. Чего там, убил, что ли? Да чтоб тебя, урод. Он вас что, убил? Нет, пока еще нет, но он близок к этому. А то как бы у меня аптечки, а я далеко убежал. Сейчас, уже. Сейчас, бро. Сейчас, сейчас все будет. Так что вы там вдвоем не можете справиться Хладство, с одним? А, блин, сейчас грохнет. Видел, как я его грохнул? А что толк? Меня сейчас убьют, все, капец. Ну я не лечить ничего не могу. Вы куда? Чё куда? Я ничего не делал. Я думала, мы к Светке пойдем. А вы в другую сторону ушли? Нет, мы стояли на том мосту. Да ладно. А почему что, тогда ладно? Пошла мы заставка? Мы никуда телепортироваться не могли. А заставка почему пошла, не поняла? Да откуда я знаю? Вот это прикол. Да, у меня есть предположение. Какое? Блин, я даже... Ну, меня убили, и точка респауна была в этом месте как раз. А, печаль. Ну ладно, сейчас мы тогда сделаем это, потом к Светке пойдем. Я даже вас слутать забыл. Я там так хорошо одного чикнул. Блин, а я там тоже так в разгаре была как раз. Так, не подходите к нему. Будьте добры. Давай, кидай. Ну, молодец, Ич. Так, а это мы сейчас где? Это мы сейчас слева от Светки. Ой, хорошо объяснила. Так, у меня level up, оказывается. Очередная днюха. Так. О, денежка. Вот лежат мертвые зомбаки. Их, короче, пинаешь, они какие-то звуки издают. Ну это так смешно вообще, капец. Ну ты сейчас-то куда побежала? Сама. Ну, на задание. А чё, не пойдем? К черному ястребу? А чё, к Соньке пойдём? Ой, к Соньке. Понятно. Проболталась. Ну, пошли к ястребу. Ну, так мы можем же его это... Тут же все рядышком. Понятно. Так, ну и где опять? Мы здесь. Мы курим. Бамбук. Первоклассный бамбук. Мне дайте. Да, ну, я вижу, вижу. Песочные часики какой-то. Винды 98. У обоих притом так. Меня зовут Николай. Как видишь, этот говнолёт, на котором должен был слинять с этого сраного острова, разбился. Чувак, он в доску свой. Он же не русский. Нам надо же русский. Отсюда, друзья мои. Скоро говнолёт будет кишеть этими тварями. Чувак. Падением я видел на берегу. Я так назову серию говнолёт. Наверняка можно спрятаться. Он отлично защищен. К сожалению, дерьмовый говнолёт. Инфицированными уродами. Если мы доберемся до бункера, я гарантирую, что Николай и его говнолёт. Проклятого острова. Николай и его удобрение. Вы вкусишь? О, второй обосранный. Блин, вот этого придурка сейчас еще и защищать надо, я помню. Ой, блин, да-да-да. Это не русский, между прочим. Если бы он знал, если бы он жил в России, то он бы знал, что у нас тут все через говно сделано. Так он искал говнолёт. Ну так, он же не русский потом добавил. Ой, господи. Был бы он русский. Ну погоди, блин, это уже прыгнуло. Я уже, да, спустилась. Руби. Весело.
зверинец. Руби, кромсай, воруй, убивай. Чё ещё? Ещё кто-то живой, что ли? Был когда-то. Так замочили всех. Денюшка. Блин, не успела. Вот и Николай. Броненосец поносец. Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. Угу. Беги, Николай, вору убивай. О. Можно идти быстрее. Да. И притормозил. Нужно идти быстрее. Эй, ну хары воровать уже перед носом. Ну чё он? Нормально, ещё найдёшь. О, ребят бегут. Голова отлетела. Блин. Чё такое? Да это так смешно было. Кровь, кишки, мясо, да, вообще весело. Это вообще прикол. Слушай, в GTA 5 там есть психолог чёткий, тебе к нему. Да, серьёзно? Серьёзно. А ты его постоянный клиент, что ли? Ну так ты мне подари GTA 5. Я схожу. Это игровые герои. Ой, жесть. Так. Не, ну те, кто видел, то знает, о чём я. Поймут. Стёп. Ну я-то не знаю. А куда он полезет? Тебе вообще плохо знать. Много. Блин. Пароли в какую-то тьму таракань, он внизу. Спасибо, друзья мои. Потом кое-что забеспокоит. Я знаю, что там есть. Самодельные мачете. Ой, круто, круто. Я тоже такую хочу, мать вашу. Может, я найду что-то полезное? Тут ID на коробках, и, кстати... Где самодельная мачете? У него. Ух, ни хрена себе, у меня-то урон какой бешеный получается от него. Ну да, у меня тоже, кстати, неплохой такой. Так. Ну чё, берите задание у него. Говорит, это моя мачете, не трогайте так. После падения вызвал бы своих товарищей, и они забрали бы меня через пару часов, но... Мой спутниковый телефон тоже, к сожалению, разбился. Они решили просто бросить тебя и бухнуть одни. Я же говорю, он броненосец. Поносец. Так. Все неладно. Что-то все сраное здесь. Я говорю, у него удобрения сплошные. Человек удобрение. Отдайте ему это кольцо, чтобы он понял, что вы от меня. Ну, все русские. Чтобы он понял, что вы от меня, отдайте ему мой палец и отрезает себе палец. Пойдемте за коричневым черепом сходим. Куда, вниз что ли? Ага. Коричневым черепом? Звучит. Ты возьми любого зомби, обхакай его, будьте коричневым черепом. О, это мои шмотки. Мои шмотки. Мои шмотки. Взял череп? Да. Ты, блин, молодца. Какой мужик, а? А чё они тут рычали-рычали? Они чё, мёртвые уже? Кто? А, так нет, ты куда пошёл-то, погоди? Мы ещё обратно ещё пойдём. А это где мы сейчас? Так это мы телепортнулись через люк. Куда? А куда-то на другой конец. Карты, по-моему. Да. Ребят, вы меня напрягаете. Ох, с вашими диалогами чуткими. Так. Да, далеко прям нырнули. Ну нам назад, да? Ну нам-то к светке надо будет, придется возвращаться, а тут факт. Ну все. Хотя шампусик сюда. Там весь я собрала. Потом к светке надо только мне, походу. Ой, господи. А, нет, там же задание. Там нам надо сделать задание и еще там одно, по-моему, будет. Ну чё, где зависли-то? А ты где? Ну я обратно телепортировался. Саш, ты найдешь дорогу назад? Да к люку подходите, чё? Он сзади, где люк. Слушай, а куда ты Николая дел? Съел. Сожрал. Ты чё, страшный серый волк большой? Конечно. Ой, блин, надо бежать отсюда быстрее. Текаем. Сань, тебе надо еще мачете? Он от нас в 150 метрах. Еще мачете? Да, 18 уровня. Нифига ну вот себе. Так, а вы где вообще? Ага, я душ хочу. В люк обратно за это забегай, через который туда прошел. Нормально. Как-то странно это все.
Да вообще, так быстро, так бац, и здесь. Во, вот тут вот она лежит. Мачете, мачете, мачете. Мачете убивает. Мачете нет, видит, мачете убивает. Так, так, ключик. Че, мы сейчас это, Светку поить или че? Ага. Это вот дела семейные, что ли? Или нет? Ну да. Пойдем сделаем дела семейные, заодно Светку напоим. Ой, блин. А что-то мне дела семейные показывают куда-то вообще в какие-то дребеня. Да ладно. Ну да, типа. Ой. Красавелла тут, если что так-то. Твою ж дивизию, вот это он меня напугал. Обосрались, да? Ой, 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 мама. Блин, ты чё ж вы так пугаете-то? Ребят, памперсы запасные есть, если чё. Ой, ой, сейчас лопнет. Лопнул. Жесть. Трест, я, у меня лопнул. Вся жизнь перед глазами пролетела. Когда я уткнулась в него. Алкоголь. Никотин. Буду умирать, молодые. Давно это было. Ай, блин, да-да-да. А, я еще, кстати, кое-что вспомнила. Тут же где-то выживший должен быть на... Во, вон там, по-моему, или нет? Не-не-не, не там. Давай, веди. Короче, куда, какая-то куда-нибудь. Тут есть смотровая такая, это, ну, ой, где спасатели сидят. Обычно. Смотровая такая башенка. Ну и за что вы его? За все хорошее. Смотри, смотри, как она ходит. Ты знаешь, когда девка, когда в туалет хочет, и некуда сходить. А вы сами так же ходите. Ой. Блин. Подожди, подожди, второй раз тебя сейчас. Ай! Гаденыш, а. Надоел. О! Хорошо вошло. Блин, что ж такое? Хорошо вошло в натуре. А, я ему руку одну отрезала. И... Я безоружна, а, черт! Тебе досталось, да? Ну, хотя бы одну руку я ему отрезала уже. Хорошо. О, нормально. Падла. А что у него там? Метла какая-то просто. Вы убили дворника, как вы могли. Да. Снизу бомбандир, аккуратней. Снизу? В воде, что ли? Ну, и Свете полез. Уйди, уйди, ну блин, говорю же, уйди. Ай, Лёш, как ты мог? В смысле? Ты меня подставил. Чем? Ну тем, то, что ты меня заблочил, я не смогла убежать. Да я уж типа буду молчать, да? Что я предупреждал, что нефиг туда идти. Так я же хотела к нему подбежать, и просто он возбудился бы, я бы от него убежала. А Лёша там меня на лестнице заблокировал, я не смогла. Если бы он возбудился, мы бы сейчас все белые были. Ой, кто о чем? Я же сказал, сейчас кину, подождите. Нет, надо было геройствовать. Так. Что-то же ты в другую сторону куда-то понеслась. Я к Светке пошла. Да не видишь, после взрыва и контузия. Заглянуть точно стоит. Ой, я болты в мусорке нашла. Ой, еще один, подожди. А как его крючит-то, а? От твоей запредельной улетности он аж это, того. О, смотрите. Что ты делаешь? Развлекается человек, пинает трупы. Блин. Так. О, Светка, смотрите, какая задница торчит там. А, уже все. А, нет, еще торчит. Какой ужас. Какой ужас. То, что тебя запалили жопой кверху или как? Факт. Достанете мне немного. Ага. Если вы принесете мне шампанского. Я до конца разденусь, да? Станцую стриптиз. Господи, да они тут у них попойка конкретная. Ну да. Чувак, туалет не занимай. Ребят, в очередь, в очередь. Тут аптечка есть, возьмите. Как раз какая, если аптечка? Кто-то будет вот умирать, так как я, можно вылечить. Вот. Да тут смотри, сколько их тут умирающих. Вот аптечка. Может, оставим им аптечку? Я уже давно никого
Так, ну что, у кого там шампанское-то было? Так, ну что, отдаем задание-то? Вот он, муж этой бабы, помните? Не могу поверить, что эта сука отправила кого-то меня искать. Нормально. Мир рушится прямо на глазах, и уж в последние часы я свою жену точно не хочу видеть. Слушайте. Добрый человек. Настолько тут валяется всяких. Мне все это больше не нужно. И скажите ей... Скажите ей, что я мертв. Поверьте. Да без базара. Я могу тебе это устроить. О, деньги. Сзади вас аптечка. Ага. Аптечку, вон. Да, возьми, у меня места просто нету. Ты смотри, ну нафига аптечку брать? Ты посмотри, как им тут плохо. Что? Так. Поим Светку. Дай ей хоть договорить, а то поешь. Что? Будь Светя, какое у нее конское лицо, ужас. Выходить наружу боюсь. Я не могу. А, помните, помните эту девочку с Мишкой? Это ее сестра. Ух ты, как ее шею это вертят, ужас. Капец, смотри. Охренеть. Кинг-Конг, мать вашу. Жираф. Кинг-Конг занят уже название. Ну да. Харе ее поить достала. Она бриллианты дает, подожди. Ой, я уровень прокачала. Слушай, сколько у тебя алкашни-то, а? Ну да. У меня шампусик был. Ну да, блин. Так, погодите-ка. Так а чё это ты... У тебя раздвоение личности, если чё так, да? Потому что Света алкоголик и Света воровка в одном лице купается у нас. А девку-то с медведем надо теперь куда-то везти, что ли? Нет, к ней надо сходить просто будет. И потом вернуться обратно сюда, прикиньте. Кинг-Конг ещё. Блин. Чё, так вот и бегать прям? Ну да. Какая жуть, да? Именно. Да здравствует Марио. Тырым-тым, тытым-тым. Пою. Света, блин. О. Чё? А чё, ты чё, у нас грибок, что ли? Не подпевала. Я ничего, я вообще ничего. Мы пойдем спасать мужика или нахрен его? Нахрен его. Всех нахрен. Пишешь, а там пистолет, кстати, по-моему. У него все было говно. Говнолеты, говноездка и тому подобное. Блин, а у меня сломалась же эта фигня. Или лучше... Не, я ее оставлю. Думаю, что зомби не убирают. Вот там сидящий говнюк. Слышь, как гопота подошла, пинала всех. Нормально. Нечего на лавочке сидеть. Но. Без семечек. Без семечек. Замочили. Трием-триарим. Заглянуть не помешает. Трием-триарим. Ой, блин. А, красавец. Ну ладно, я не буду тебя блокировать. Ты смотри, у нас кончает удовольствие. Так. Так. Нас дети смотрят. Убегает. Кого? Так, а я что? Я ни разу слова матершинного не сказал. У нас 18+, а ты тут всякие пошлые слова говоришь. 18+. Вот ты четко, конечно, выразилась. Не смеши никого, да? Не смеши народ, точнее. Ох, блин. Сейчас я ему устрою, бро. Я за тебя отомщу. Ой, ой. Вы обалдели? Я чудом вообще уцелела. Кто это сделал? Что именно? Тут айдишка, и я сперла револьвер. Ну так и правильно. Тебе ты нужнее, чем нам. Правильный. Ты говоришь, что сперла. Она хвастается, ты не понимаешь, что это, знаешь, типа воровских достижений. Нет, я просто сразу призналась, если что, на всякий случай. Чиф, а чиф, это называется. А вы айдишку взяли? Да. Ага. Где? Хорошо. Да. Ты Кинг-Конг за себя говори. Так. Где да? Ладно, хер с ней, с этой карточкой. Там в бане. Мир к черту катится так. Все равно от них толку нихера. Куда ты, блин? Что ты петляешь, как заяц? Ты что, не видел, сколько у него бутылок с алкоголем? Она жралась уже. Она все Светке отдала. Я просто думала, может, путь сократить. Она с ней подружилась, это ее напарница-воровайка, блин. Нифига. Да, пошла. Ой, я сперла большую батарейку у нее.
села. А, вот почему она умерла. У нее батарейка села. Чтоб мы ее не добили, да? Стой, паскуда, стрелять буду. Не обзывайся. Куда мы бежим, а? Мы? Вон, вообще-то я сейчас тебе говорил. Какого-то мужика, нет? Ну да. А, во, стучаться. Ты кидать, что ли, будешь? Ага. Ну давай, кидай. Охарите. Прям с мужиком пускай горит. Ой. Вот так вот. Блин, а у меня, кстати... Ну что тут за говно плавающее? Где? Вот жадность-то она, да? В костер полезет за лишней парой баксов. Ну а как же? Я ключ нашла от всех дверей. Я жил в бриллиантовом квартале, и когда началось все это представление... Да яблочко-то. Далеко, как вы видите, не получилось. Вот, возьмите этот ключ. Если вам случится зайти ко мне домой, можете брать все, что там есть. А там, кстати, мачете есть. Наверняка есть и другие. Это я точно знаю. Где мачете есть? Ну вот, у него там, в доме. Я, по-моему, случайно взял вместо яблока. Сейчас выкину. А что ты взял? А вот самодельный секач какой-то. Зачем он? О, 18 уровня мне не нужен. Возьми, возьми секач, возьми. Я им не смогу пользоваться. Как это я не смогу пользоваться. Ты что, рук нету, что ли? Он 18 уровня, а мне 12. Так, ну и что теперь? Слышь, а где у него дом? Я, говорит, им не смогу пользоваться. И смеется, намекая на то, что она подумала. А что я подумала? А мне, значит, намекать нельзя. Ну ладно. 18+ у нее, видишь ли. Ну я ж намекнула. Ты что, а я что, сказал прямо, что? Да. Ой. Ох, ой, ну, громила. Ой, здрасте. Большой. Давай ее дальше возьмем. Мы вас не побеспокоили. Чтоб она дальше намекала. Хавальник закрой. Зарался. Аккуратно. Блин, я сейчас умру. Дядя Вася разозлился, ты у него бутылку свистнула. Неправда. Крита ему вломила кровотечение, прикольно. Прикольно, да. Чё у него за сопли висят? Не знаю. В угол, падла, в угол. О, я деньги стырила. Айди на кровати. Накрывать? Накрывать его, да. Накройте его чем-нибудь. А это что за красотка лежит? Или крас... Это кроссовка. Кроссовка. Все в шмонале. Да, кроссовка и кроссовец. А вы что, супероружие-то не подобрали? Вон там на полу валялись. Доска-то, да? Ну, конечно. Бери себе. Будешь имба. Че вы все за мной ломанулись? А, кстати, все еще куда-то показывает вдаль этот маркер. Дом припасов. Выберите и все. Не секешь фишку, мы за тобой следим, чтоб лишнего ничего не хапнуло. Вот, блин, а. Я так и знала. А ты-то куда бежишь? Я за мачетой. За мачетой. Ни хрена себе. Вот тут побоище. Ой, иди сюда. Смотри. Кастет у тебя. Вот там у одного трупа кастет лежит. Кастет. Ты не смотри, тебе и так много. О, опять громила там. Ой. Смотри, сейчас опять это вломит. Ой. Блин, у меня сломалось все. Поприсаку тебя, падла, поприсаку. Ни хрена вы его там. Вот урода. Ой, он кусается, скотина. А ты как хотела. Сейчас тебе, вот так тебе, падла. Пол руки откусил. Нет, я тебе, да чтоб тебя. Вот так. Я опять съела и убежала. Да нет, не надо, меня не били. Слушай, а это что за флаги? Флаги какие? Нифига себе! Что такое? Что у тебя? Что они так дерутся! Ой-ой-ой! Ой, пойду я отсюда. Сейчас вас съедят. Ой, мне хана. Он так мне тоже. Чего с ним произошло? Черт. Так, одного бошка чекну. Тань тут меня. Отстань от нее и деньги отдай. Куда? Прилетело.
И в задницу этому воткнуть. Ой. Фуф, мать вашу. Че вы там, отбились ли? Да вообще, еле-еле. Айдишка здесь, лезвие. Зомби в ванной. Зомби в ванной? Моет спать. Купается. Купается, что ли? Да-да-да. Не поймет, откуда прет. Сидит такой зомби в ванной. У меня сегодня банный день. Что, что все эти люди? Че? Какого хрена приперлись, да? Да-да, точно. Какого черта? Нашумели. Блин, молоток какой-то. Воткните его себе в одно место. А где айдишка, ты говорила? А там в комнате. В комнате, вот здесь где-то, здесь. Посмотри, нету? Нет. Разве? Должна быть. У меня что-то не видать. Свет нету тут. Подожди, ничего. Или где айдишка-то была? А, слышь, вот ты... здесь, в ванной. Тьфу ты, ё-моё. Ты слишком много своровала. Ага, есть. Заблудилась, блин. А зачем они нужны, кстати? А, просто как коллекция. А может, ачивку за нее дадут, не знаю. Понимаешь, Леша? Ачивку. Если было бы что полезное, она бы никогда в жизни не сказала. Да ладно, блин. Че ты издеваешься? Ничего себе тут бежать-то. Издевается, мать вашу. О, ну тут еще немножко осталось, ладно. Ну, значит, как бомжи, последние трусы стираем, блин. Она не знает, куда бриллианты сувать уже. Я все бриллианты... А, у меня есть, да. Да, да, есть. Я тоже знаю, что они у тебя есть. Ой, блин. Опять куда-то удрапали. Слушай, ты какими-то феромонами, походу, обрызгали. Они все на тебя так... Да вообще, смотри, что творится. О, громилы, что ли? Ну да. Свет, свет. Отдышись чуть-чуть, а ты уже не знаешь, сколько воровать. У тебя, по-моему, сломался. Ты офигел, блин. У меня вообще все поломалось. Офига себе, вломили. Обалдеть. Баба, ты охреневшая, да? Вообще. Ты ее замочкал. Не трогайте его, не трогайте. Хотя можете. Так, чушь. У меня что-то все только оружие не берите с него сломалось. Там ничего. Мне уже нечем. Потур рот, а? О. О, прилетело 700. Отлично. Ребята, вам мачете нужна? Забирай свои, брахлишка. Аккуратней, аккуратней. Ах ты ж, блин. Да откуда вы? Валите. Ой. Там help me идет. Ой. Иду. Блин, спасите, помогите, я сейчас умру. Где ты? Я в доме. Блин, в дом забралась, ёлки-палки. И беги сюда. Саш, его сейчас убьют вам, нет? Там этот хрен, вам нужна мачете или нет? Мне да нет. Да подождите, мачете. Мне под свою жопу просто собрать. Просто если вам не нужна, я ее стырю. Что ты кричала? Help, help, тут никого не было. Там вон help me есть, вон он. Где? Вон чувак, он орет help me, help что ты думаешь? Я думал, тебе помощь нужна. Подойди к нему и убегай. Херня, конечно, тут какой-то мудозвон орет, значит, меня тут практически кастрировали, то это фигня. Зато чуваку какому-то непонятному помощь. Я, короче, стырила мачете, ну вас нафиг. Да, я перед носом у меня опять. Слишком долго шли. Меня там чуть не убили, между прочим. Она какого уровня? 14-го, по-моему. Ну да. Себе, у меня просто оружия нету нифига, понимаете? Я поэтому ее стырила. У меня все сломалось. У меня остался только... Ворует, продает из-под тяжка где-то. Да? Нож и пару ключей, и все. Ну возьми, вот ножик я еще какой-то нашел. 15-го уровня. Кинг-Конг повелся, а? Что у нее там ничего нету. Ой, народ. Сейчас последние копейки вывалит. Нам, кстати, очень далеко назад бежать. Да ну, а я знаю, что мы сейчас сделаем. 450 метров, что? Мы сейчас с вами серию завершим, да, потому что уже и так хватит этого безобразия, я тоже согласен. Ну да. Мы буквально скоро продолжим это безобразие опять, а вы пока можете прокомментировать это безобразие и поставить этому безобразию лайк или дизлайк, может быть, если вас так прям
будет состояние транса и ненависти, происходящее на экране. Ждите новых серий, ждите новых хохотушек. Всем пока. Всем пока. Да, всем привет.